В Украину вернулся бывший глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськів. Об этом еще утром в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко, заявив, что Каськіва экстрадировали из Панамы. Сегодня Печерский суд столицы избрал ему меру пресечения, залог в 160 тысяч гривен. По словам Каськіва, никакой экстрадиции не было. Он прилетел в Украину добровольно, купив билеты, чтобы защищаться в суде. Напомню, ГПУ подозревает экс-чиновника в растрате 7,5 миллионов гривен из бюджета на услуги по рекламе инвестпроектов. Каськів сегодня заявил, виновным себя не считает и готов доказывать в суде. Тем не менее, уже полностью оплатил все убытки государству и предоставил суду квитанции. Это подтвердили и в Генпрокуратуре.